Ми представляємо вам продовження третього сезону. Вивчаємо англійську разом, діти з батьками. Сподіваюсь, що глядачам це буде цікаво і, головне, дуже корисно. Здравствуйте. У нас очередной урок. И мы начнем с повторения. Давайте так, мы сделаем, мы серьезно повторим все, что у нас было, да, с самого начала. Если выйдем на новую тему, прекрасно. Если нет, тоже хорошо, повторять нужно. Итак, начнем. Для начала, смотрите, мы начнем так. Я буду писать по-английски, читать вы будете переводить. Это самое простое. Внимание. После этого вы будете переводить подобное предложение с русского на английский. Поэтому будьте очень внимательны. Вот те предложения, которые я буду писать по-английски, вам потом придется переводить наоборот. Начнем. Но только ждите, пока я прочитаю. Хорошо, потом будете переводить. Итак, these are my... Это мои друзья. Ну, стоп, дождитесь, окей? Пока вы не слушаете еще англичан, да, будете слушать их там вот на сайтах, которые я буду говорить. Пока слушайте меня. These are my friends. Это мои друзья. А теперь будьте крайне внимательны. Сейчас все темы, которые были, я буду перемешивать. Все предложения будут в самых, там, самых разных вариантах. И в разных порядках идти. Итак, внимание. Я прочитаю, а вы переведите. There are my books on the table. Еще раз напоминаю, смотрите, как только... А книжки на столе. Нет, еще раз, послушайте, как только вы встречаете... Вот начнем читать, да, и вы... На столе нет, мои книжки. На столе лежат мои книжки. Еще раз повторяю, как только будем встречать в текстах предложение с оборотом there is, there are, напоминаю еще раз, перевод начинаем с конца предложения. Продолжим. There is, there are. Да. Дождитесь, пока я прочитаю. Еще раз напоминаю, сейчас вам придется переводить подобные предложения. Peter and his brother have many toys. Питер и его брат, у Питера и его брата есть много игрушек. Или у Питера. У Питера и его брата есть много игрушек. Очень хорошо, продолжим. Продолжим. Давайте вот такое предложение переведите, пожалуйста. Было у нас такое предложение. А ну-ка. My desk is near the window. Моя парта возле окна. Моя парта возле окна. Можем сказать, моя парта стоит возле окна, находится. А теперь внимание. There is a table near the window. Оборот, there is. Как начнете переводить? С конца. Вот, прошу вас. Возле окна стоит стол. Совершенно верно. Согласны? Да. Продолжим. Я прочитаю, а вы переведите. It is Peter's mother. Это мама Питера. Окей. А теперь я прочитаю, а вы переведите. These are Peter's brothers. Это братья Питера. Это братья Питера. Все согласен? Окей. Ну, если вы пишете, да, вы пишете. Ну, давайте. Ну, тут не обязательно. Но если пишете, я чуть помедленнее буду. Продолжим, продолжим. Далее. А вот теперь. Внимание.
I am at school. Я в школе. Я в школе. Я в школе. Продолжим. Я иду в школу. Сейчас, сейчас, не спеши, не спеши. Я пока упрощаю предложение. I go to school every day. Я хожу в школу каждый день. Я хожу, да, я тут не пишу пока. Кроме субботы и воскресенья, это позже. Окей. И... Я прочитаю, вы переведите. I'm going from school. Я возвращаюсь со школы. Я не возвращаюсь со школы. Ну, возвращаюсь, иду со школы. Я иду со школы. Иду. Да, ну, в принципе, это возможно. А теперь, внимание, сейчас, подожди, Глеб, внимание. А теперь скажите, в каком из этих предложений, в первом, во втором или в третьем, находится предлог, который указывает на движение к цели? В первом, во втором или в третьем? Во втором. Вот он, да? Куда? В школу, да? Куда идти? Еще раз повторяю, в английском очень важно нужный глагол поставить в нужное время и использовать правильный предлог. Окей, продолжим. Я напишу русское предложение. Можете его тоже написать. Он хочет поехать в Лондон. Внимание, послушайте задание. Оно на самом деле совсем несложное, я надеюсь. Я сейчас переведу это предложение сам в трех вариантах, но только один из них будет правильным. Можете вместе совещаться вдвоем и найдите правильный вариант. И поставите цифру 1, 2 или 3. То есть первый, второй или третий. Такой первый вариант. Второй и третий. Смотрите. В двух вариантах есть ошибки в каждом. И только один правильный. Пожалуйста, ты уже готова? Закрывай, потому что правильно. Итак, прошу вас. Алла готова уже, написала правильное предложение. А для этого нужно внимательно посмотреть все три предложения, да? И вижу, вижу. Угу. Глеб, выбирайте спокойно, спешить тут не надо. Просмотрите все три. Он хочет поехать в Лондон. Первое я перевел. He wants to go in London. Второе. He wants to go to London. He want to go to London. Третье. Ну-ка. И у вас у всех правильная цифра. Это цифра 2. А скажите, какая ошибка в первом предложении? In. Конечно. То есть, а как переводится... Подожди, а как перевести in London? В. Ну-ну-ну. Так, а как перевести in London? В Лондоне. В Лондоне. Конечно. То есть, получается, ошибка в предлоге, получается, начало правильное. Он хочет поехать в Лондоне. Конечно, это неправильно. О, вот ошибка. А где ошибка в третьем предложении? Надо, а почему надо вон? Потому что перед he и she добавляется s. Потому что это время. Simple. Это present simple. Конечно, вот она ошибка. И второе предложение правильное. Да, смотрите. Правильное время глагола, правильная форма глагола, правильный предлог. He wants to go to London. Очень хорошо. Ну а теперь, вот давайте немножко попереводим устно, хорошо? Причем начало предложений я напишу. Все, что вам нужно будет, вот я буду писать по три предложения. Первый круг, смотрите, предложение может быть таким.
или таким. Готовы? Да. Он студент. He. Твое начало здесь, выбирай его. He is a student. Конечно, конечно. Он играет во дворе. Спросите, где, куда он пошел? Да он играет во дворе. Вон он, в окно, видим его. Он играет во дворе, сейчас. He plays. Пускай, да. Угу. Еще раз повторяю, Вадим, смотри. Ищут мальчика какого-то. Да где он? Куда он делся? Что это? Да он играет во дворе. Посмотрели в окно? Точно, вот он сейчас там играет. Подумай, какое время должно быть? He is playing... Во дворе? In the yard. Какое время ты употребил? Continuous. Present continuous. Это сейчас действие. Согласен? Будет. А ты начал, видишь, сразу he plays. Согласен, что вот как нужно. Не спеши. Пока не надо спешить. Наша цель пока правильно, а не быстро. Но у тебя остается один вариант. Он играет во дворе каждый вечер. Подобное было. He plays. Окей. Во дворе каждый вечер. Скажи это все. In the yard every evening. Молодец. Продолжим. Следующее начало будут такими. Довольно сложно сейчас будет вам. Или this is. Смотрите, я специально пишу слова, которые очень похожи. Или this are. Ну и самое сложное кому-то достанется there is. Вот это, конечно, очень сложно. Мы, конечно, мало переводили еще с этим оборотом. И если вы не переведете, мы спокойно напишем это все на доске вместе. Алла, ты начинаешь все. Все начинается с тебя. Готово? На столе стоит чашка. There is on the... Смотри, смотри, начало ты выбрала верно. Смотри, there is, а дальше идет предмет, который... There is a cup on the table. Еще раз, ребята, послушайте. На столе стоит чашка. There is a cup on the table. Конечно, there is a cup on the table. Молодец, очень хорошо. Это моя чашка. This is my cup. Ну, тебе, как всегда. Но все-таки это мои чашки. These are my cups. Почему начал these are? Объясни, например, кто-то не знает. Почему ты начал... Потому что мои. Ну, нет, понятно, но потому что все-таки... Потому что много чашек. Вот, ой, потому что не одна, а несколько. Совершенно верно. Хорошо. Внимание. Теперь делаем следующее. Я говорю очень простые предложения по-русски. Очень простые. А мы добавляем слова. Нет, подожди. Я говорю простые предложения по-русски и перевожу их на английский. Все время с ошибками. Мы такое делали. А вы сразу же говорите, вот сразу же попытайтесь, сколько ошибок, а потом какие. Вы должны сначала сказать, сколько ошибок. Вот смотрите. 30, стоп. 30, вот смотрите, давайте для примера. Смотрите. Очень важно, знаете, что делать? После того, как я скажу предложение русское, подумайте о нем, о чем идет речь. Смотрите, начнем с простейшего. У меня есть ручка. Сколько, по-вашему? Две. Так, сначала, а теперь, а какие? Have, а не has, и добавить. Вот, то есть вот так. Потому что ручка одна. Совершенно верно. Понятно? Вот давайте. И теперь продолжим. Внимание. Готовы? Да. Я люблю молоко. Сколько? Одна. Но на самом деле... Ноль. Здесь сколько ошибок? Ноль.
Потому что почему? Не надо. Ну почему? Одно же молоко, а лайка нет. Давайте я тебе напомню, что есть слова, перед которыми артикль «э», как правило, не ставится. Эти слова посчитать нельзя. Вот, например, мы говорили, ну это нормально, это очень хорошо. Вот, например, слово «вода» – «water». Помнишь, мы говорили, вот можно посчитать воду после дождя на земле? Нет. Вода, молоко, чай, кофе. Две. А какая еще вторая? Милкс. Опа. Нет, нет, нет. Зачем? Молоко, milk. I like milk. На самом деле, конечно же, одна. Я аж пытался запутать. Одна, конечно. И получилось. Получилось, да? Да. Это off, потому что молоко не считается. Да. Молоко вот, видите, не посчитается. Давай я тебе напомню off. Of milk. A cup, кого, чего? Of milk. То есть предлог of ставится, да, перед словом, который отвечает на вопрос кого, чего. A cup of milk. Вот почему стоит здесь артикль, перед словом чашка? Потому что чашки одна. Посчитать можно, да? Ну, да? А молоко посчитать нельзя. Нет. То есть вот предлог нет, ставится, да? Вот скажи мне, две чашки молока. Two cups of milk. А если вот так было бы? Two cups milk. В таком случае как перевести? Две чашки молоко. Молоко. Чтобы сказать, кого чего молока, поставим off. Окей, продолжим. Продолжим. Внимание, внимание, внимание. Я люблю ходить в школу. Ну, я знаю, что вам тяжело такую фразу слушать. Итак, еще раз. Не тяжело, а хорошо. Еще раз. Я люблю ходить в школу. Думайте о ней. И вот как я переведу. Мы подобное делали. Сколько? Я люблю ходить в школу. Сколько ошибок? Две. Две. Три. Две. А нет, две, две, две. Две. Одна. Опа. Смотрите, и такой вариант, и такой был. Так все-таки на сколько? Сколько? Что вы выбираете? Две все-таки, да? Три! Три! В школу. Хотя две тогда. А на самом деле здесь три ошибки. Три! Вот давайте в спокойном состоянии посмотрим, разберемся. Первая ошибка. Опа. Лайк. Почему не нужна S? Потому что остается только перед хищи. После хищи. Потому что это present simple. Дальше. Two ставим. Почему ставим two? Потому что нам куда-то надо. Но в определенное место делать. Потому что... Что делать? Инфинитив. Я люблю ходить. Надо. А здесь должно быть... А вот здесь two. А вот здесь two, потому что вот это предлог, который покажет на движение к цели. To the school. Не надо. Да, обычно не ставится. I like to go to school. Да, тяжело так быстро. Давайте еще сделаем. Все, последний раз это сделаем. У нас... Итак, внимание. Вот еще раз, ребята, думайте о предложении, которое я сказал. Не обязательно его переводить, но думайте, о чем там идет речь. Итак, внимание. Они играют во дворе. О детях. Вот мы их видим. Сейчас они играют во дворе. Итак, предложение «они играют во дворе сейчас» я перевел так. They play in the yard. Сколько ошибок, если они есть? Сколько, по-вашему? Они играют во дворе. Одна. 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 Глеб, у тебя есть варианты? Одна. Две. Почему? Одна, чего? Одна. Вы повторяете слово. Нет, значит, одна. Одна. Так все-таки одна или две? 100%. Одна. Какая? Ар. Вот. Надо. А какую? Почему? Потому что какое это время? Это present continuous. Это сейчас действие. Конечно. Должен быть вспомогательный глагол to be. Совершенно верно. Окей, хорошо. Где быть? Очень быстрое чтение. Ой, готовы? Да. Так у нас еще начнем. Верно.
Предложение несложное. Сотру быстро. Если хоть кто-то один из вас переведет, засчитывается всем. Вадим, можешь наклониться. Один, два, три. Кто готовит? Там готовит. Вот, смотрите, что Маша было. Был. Конечно. Вот что было. Конечно. Продолжим. Продолжим. Закройте глаза. Один, два, три. Он готовит каждый день. Он готовит каждый день. Написать на доске или ты увидишь? Нет, не надо. Все увидели. Какое время было у глагола кукс? Продолжим. Потому что он каждый день. Потому что повторяющееся действие. Продолжим. Глаза. Внимание. Простое предложение. Переведите его и скажите, где ошибка. Один, два, три. Ис надо! Ис надо! Он готов! Естественно! Он есть готов. Конечно же, из. Потому что это какое время? Present continuous. И остается еще два предложения. Сейчас это делает. И остается два предложения. И вот тут, я надеюсь, вы не сможете прочитать. А чего? А вот сейчас увидим. Ну давайте. Так, закрывай глаза. Угу. Я готов. В спокойном состоянии для вас это предложение вообще не составляет труда. Но. Последнее слово деск. Так. Так, курсы экстрасенсов. Ты видишь, конечно. Что делать, что мне делать? Ой, я иду. Тише, все, все, так, тише, тише. Так, быстро открывайте, иначе вы все сейчас тут рассмотрите. Один, два, три. Это Тома. Это папа. Так, что же делать? Надо как-то руку увеличивать. Еще, последнее, пожалуйста. Спросите маму какую-то, чтобы вышло до этого. Нет. Да, ну, конечно, с моей стороны это... Так, так, Вадим. Итак, начнем. Вы неправильно сказали. Один. Два. Предложение длинное. Я чуть-чуть подержу его, но прочитать его спокойно вы не успеете. Один, два, три. Том. 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 Возле двери стоит Том. И что там? Возле двери Том. Возле Тома стоит возле двери. Вот. Нет, 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 смотри. Вот, смотри, да, смотри. Tom's desk is near the door. У меня только один вопрос. Алла, ты сама это сделала? Ты сама решила это, да? Никаких подсказок быть не должно. Молодец. Нет. То есть очень важно провести взглядом, потом там в голове разобраться. Окей, совершенно верно. На этом урок закончен. До свидания.